что-то есть. Ты уже знаешь сказку о Сколле и Хате, несущих день и ночь? А, да, волки-великаны. Да. Они были сыновьями проволка Фенрира, великого противника асов. Еще в детстве их поймал Один и посадил в псарню Асгарда, чтобы держать врага в узде. Когда солнце и луна взбунтовались и замерли, Один натравил на них Сколля и Хати. С помощью древней магии он отправил волков на небо, и те начали погоню. Погоня будет долгой, но не бесконечной. Ведь предсказано, что однажды Сколь и Хати поймают и съедят добычу. И тогда настанет Рагнарёк, сумерки богов. Но Рагнарёк погубит Одина, так ведь? Зачем же он выпустил волков, если это исполнит пророчество? Хороший вопрос, парень. Это вопрос власти. Знаешь что, я попозже расскажу.
пока ничего не случилось. Расскажи, чем там все кончилось? Один отправил Сколле и Хати на небо ради власти. Когда начнется Рагнарёк, решать волкам, а повелевает ими Один. Если битва начнется по его команде, у него будет больше шансов. Ты свернул не туда, брат. Путевой зал наверху. Надо бы сперва разобраться со всеми делами. Мало ли... Сколько мы там пробудем? Резонно. Ну, что вы там нашли? Да, теперь впереди у тебя славные битвы. Пойдешь или будешь языком чесать? Давайте к делу. Так, о чем еще мы говорили? Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Ничего не выйдет. Что? Нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Сингрич ныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри! Привет! У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо.
Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. И снова кровь.